5 направлений нацпроекта по финансированию и кредитованию МСБ – улучшение условий ведения бизнеса, расширение доступа к льготному финансированию, акселерация, поддержка фермеров и популяризация предпринимательства. По объемам кредитования бизнеса наш регион на 7-м месте в стране. За 10 месяцев малые и средние предприятия получили кредитов больше, чем на 145 миллиардов рублей. И объем льготных кредитов, ассортимент продуктов по получению финансовой поддержки от правительства Ростовской области, от структур правительства Ростовской области, он может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки расширяется. Объемы кредитов по сравнению с 2017 годом выросли на 8%. В своем майском указе Владимир Путин назвал развитие малого и среднего предпринимательства одним из 4 масштабных резервов роста экономики страны. Предполагается, что к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти на треть. Мы ждем новых мер, новых шагов, ну и, наверное, наращивание тех усилий по тому, чтобы кредитование становилось доступнее для бизнеса, и кредитование это было действительно плечом, которое помогало бы двигать бизнес вперед, а не разоряло его, не загоняло в долговую яму. Вот это то, над чем мы собираемся работать. Льготные кредиты и другую поддержку бизнесу предоставляют больше 50 региональных и муниципальных организаций, но брать кредиты решаются далеко не все. Новый нацпроект подразумевает существенно расширить доступ малого и среднего бизнеса к финансам. Лидия Романченко, Фатима Зурабова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.